Dar doar ce cam tot pregătarea. Am indutiem vracul trubau să conflim. 30 сентября 1941 года Вермахт начал генеральное наступление на столицу Советского Союза. Но несмотря на тяжелое положение, 7 ноября на Красной площади состоялся традиционный военный парад. Бойцы, участвовавшие в нем, прямо с Красной площади шли на фронт. Твердым шагом идут батальоны туманной дали. Народ, как раз.